блядь. Вот помните, в прошлом году это Андреевский ски спуск был. Вот у вас примерно то же самое будет завтра. Я не видел, пока мы ехали сюда, с Троещины, снегоуборочную технику. Мы завтра станем друг на лыжи и сноуборды. Будем кататься. А вы будете стоять смотреть. Ну, такая судьба. Вот. Ну, это так. Я один в шлеме, ну, это не протест. Это просто необходимость. Мы скоро в маршрутках будем ездить в шлемах. Потому что на наших ямах допрыгиваем головой до потолка, до поручней. Ну, нормальная ситуация, хорошие дороги. Проезжаем Московский мост, две вот такие складки, пустая маршрутка, подпрыгиваем. Всех все устраивает, все отлично. Зато дорога к нашему президенту исключительно ровная. Повезло ему-то. Я не могу выехать из Украины, мне вот хочется иногда попутешествовать. И знаете, какая главная проблема? А куда выехать? Потому что так, ага, едем через Чернигов. Ой, не Чернигов, Черкасы. Блять, мост упал. Ну что ты будешь делать? Объездными путями? Вы видели эти объездные пути с фурами? Объездную дорогу маленького ПГТ. Стоят хаты, и по ней пустили фуры. Вот как вы думаете, в что она превратилась? Я вам даже не могу передать, что она превращается, особенно по весне. Ее потом нам обещают, мы залатали 99% наших дорог. Да я хотел бы вот просто взять Киев, Троещина, Оболонь, некоторые наши проспекты. Да мы в шлемах, скоро будем в машинах ездить все поголовно. Потому что на ямах вы будете биться головой в стойку, в боковую. А у вас будут, извините, жигули, в которых нет подушек. Потому что нас заставляют, можно сказать, ездить на этих древних машинах. Как машина 85-го года может стоить 2000 долларов? Вы вдумайтесь в эту цифру. 85-й год, Жигули. Две штуки баксов. Это нормально, все всех устраивает. Не нравится Жигули, давайте купим Ланос за 8 штук. Или сколько? 75 тысяч гривен. Десятка? 10 тысяч. За что? За Ланос? Тот же Opel образца 85-го года на новых колесах с новой китайской тканью и новым китайским двигателем Cherry, который сгниет через 5 лет. Это по-вашему машина? Да вас кинули. Когда я был за рубежом, я сказал, наших водителей кинули 3 раза. Машины, их стоимость, дороги, которые гробят эти же машины, и бензин, который гробит эти же машины. Вы спрашиваете, почему я так говорю? Вот представь пример с бензином. Вот мы хотели, если бы должны вступить в Европу, мы должны отказаться от старого типа топлива, Евро-3. Мы от него не отказались. Правительство не подписало это продлило использование Евро-3. И что мы имеем у нас на заправках? А-80, А-92, потом идет 95, а потом только то, что можно назвать бензином. Им это выгодно. Продать вам машины, продать вам бензин, продать вам эти дороги. Замечательно. Вот тупо замечательно. Вы думаете, я шучу? Это не шутки. Это просто, ну это... Вот вы все здесь... Я вам сейчас еще пару примеров приведу. Все в шлемах стоят же? Я тоже в шлеме, да? Ух. Вы свой шлем хоть раз проверяли чем-то крепким? Вот так, но ради интереса. Вы разбирали его начинку, смотрели, из чего он состоит? Когда вот вы их надели на голову. Вот вы интересовались? Ну, я понимаю, бронежилет говорит, да, выдержит там пулю. А что выдерживает ваш шлем? Вот сегодня я видел картинку, когда нам показывали, как МВСникам в голову что-то попало, там шрамы, осколки. Я видел эти разломанные шлемы. Мне плакать хотелось. Это не шлем, это мы называем, я мотоциклист. Поэтому меня и дороги напрягают, потому что я слежу не за движением, а за ямами. За этой шахматной структурой. Это вот так вот все. Так вот, когда я беру себе шлем, я стараюсь про него понять, а чего он меня может защитить. А вы со своим такое сделали? В той картинке, которую я увидел, у вас такие пластиковые шкарлупки, которые на морозе от камня будут лопаться.
Я в этом уверен. Потому что они разлетаются на мелкие осколки. Как может отколоться вот такой кусочек? В нормальных шлемах, которые сделаны из стеклоткани, такое тупо невозможно. Шлем можно только пробить острым предметом. У вас такого нету. Ваши шлемы раскалываются. Это нормально? Я не знаю, ну то есть... Что вам сказать по этому поводу? Нормальный шлем? А, еще про шлемы вам расскажу. Как нас подставляют. В нормальной стране шлем имеет сертификат. Сертификат безопасности. В Европе ЕЦ и номер. В Штатах ДОТ номер. Уважаемый себя производитель на шлем еще ставит третий сертификат. ШНЕЛ. Или как он? ШНЕЛ, правильно. Это гоночный сертификат. Без него вас никто не выпустит на гоночную трассу. В какой-то шкарлупе. У нас в магазинах продается все в подряд. У нас не интересуется правительство, что мы продаем своим людям. Говно или не говно, извините за выражение. Мы им продаем все. Пусть покупает, нам похер. И все остается только на совести человека, его кармане. Но он же ж этого не знает. Ему в магазине скажут, он хороший. Только труп потом не пойдет жаловаться. А то газовый баллон, там где ходят люди. А у нас как выход из метро или... А, кстати, вы как бы отнеситесь к этому со вниманием, потому что я тоже видел, там кофейный автомат стоит, вот эта машинка там. Это же может быть пират. И вашу, то есть не только против людей, а против вас. Два газовых баллона. Это очень круто. А там может быть и больше. А у нас никто не делает выводов. Все заебись. Вот просто, просто шикарно. Кстати, по поводу покупок и всего остального. Вот нам говорят, что в Европе огромные налоги, там все остальное. Они хоть понимают, как они их платят. Знаете, чем отличается? Я общался со своими коллегами, друзьями, которые выехали туда. Я с ними здесь, ну, как бы сидели за столом, пили. Мы обсуждали зарплаты. Он говорит, я получаю 2 штуки евро. Ну, мы такие прикинули. А спрашиваем, а это типа чистыми на руку? Он говорит, нет, чистыми получается там штука с чем-то. Мы говорим, а в чем прикол? Что ты нам ту цифру назвал, а не эту? Я ж получаю 2. Ну ты ж с них отдал налоги. Ну это нормально. Почему? Когда я называю свою зарплату, то я называю, сколько я получил действительно на руки. Вот главная цифра. Он говорит, то же остальное пойдет мне на пенсию, я за это не беспокоюсь. Я готов платить налоги. И называет ту цифру. Ему всегда называют ту цифру, когда устраивают на работу, которую он будет получать до вычета налогов. Как у нас принимают на работу? Тебе называют цифру, которую ты будешь получать после вычета налогов. И только об этом человек беспокоится. Он не беспокоится, сколько он платит налогов. Потому что он знает, что до пенсии далеко, хер доживешь с вашими законами. Точнее, с ихними, извините, ихними законами. Они еще срок увеличат, женщинам увеличили, следующий будете вы. Зажмут вам гайки, скажут, будете служить. Сколько у вас сейчас? 25 минимум или 20? Увеличат до 30. А еще таких 2 революции. Я не думаю, что вы столько проживете. Вам еще продолжаешь с налогами. Так вот, сколько вы заплатили налоги, когда из вас дали вам зарплату? А потом вы все по чуть-чуть платите, когда что-то покупаете. Только вы этого не ощущаете. Это ж по чуть-чуть. За хлебушком зашел. Заплатил налоги. За молоком. Одежду купил, заплатил налоги. Везде. И в итоге получается, что мы платим больше, чем они. Нам это просто так скрывают красиво. А куда идут эти налоги? Я так до сих пор понять не могу. Вроде бы налоги идут, все говорят, а, да, до этого у нас было все заебись, потом Майдан помешал, надо брать кредит. А сейчас покращение каждый день. Я долго могу стоять? Мне вот все равно. А у вас ноги не мерзнут? Вот так, честно. Молчите. Слава Богу, не прыгайте, наверное, не мерзнут. Все хорошо.
Что вам еще рассказать интересно? Про шлем я вам рассказал, транспорт рассказал, дороги рассказал. Вспомнить жилье? Или так все прекрасно извещены? Что я, мне уже скоро 30. Я живу с родителями. И я не представляю, сколько мне надо зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру здесь. Я понимаю, что до пенсии, наверное, может я и заработаю. Но на пенсию я, наверное, буду покупать уже загородный домик. Квартира в этом городе мне не нужна будет. Ну, как раз где-то так получится. Что до пенсии могу купить где-то там домик в 100 километрах от Киева. Вот к этому будет идти. Потому что нормальный человек или студент за 10 лет, просто работаючи, на квартиру сам явно не заработает. Какая-то не та страна у нас получается. Или ему жениться надо выгодно, или вместе с женой работать на эту квартиру. И то, чтобы оплатить ее через 5 лет. Жилье замечательно. Все у нас заебись. Вот просто счастливая страна. Все просто удивляются, как мы так хорошо живем. И что мы здесь вот всерепенились все. Или расскажите, может я не прав, кто-то готов со мной поспорить по какому-то поводу. Не молчите. Вам говорить запретили. Скоро и мне запретят говорить. Потому что скажут, что это провокация, что это наклад. У нас одни покращения, все добре. А я оце... устраиваю массовые акции протеста и возмущаюсь. И хожу в шлеме. Мы скоро все в шлемах будем ходить, потому что опасно ходить по-другому. Вот вы здесь стоите, а пройдитесь по Троещине в час ночи. Я местный, я оттуда. Пройдитесь под сельпо. Вот как вы здесь стоите, у меня охранник в сельпо точно так же стоит. В бронежилете, с палкой и в шлеме. Это нормальная ситуация. Магазин, который просто магазин. Но охранники у них стоят именно так. Потому что район замечательный. Просто порядок на каждом углу. Кроме Беркута, вечером машин я не вижу. И то так, мелькающие. По центральным улицам освещенным. Они освещенным, и там, где подворотни, они даже не ездят. Патрулирование тоже. Бойцы высокие. Стремно, наверное. И под сельпо я их нерегулярно вижу. Потому что там стоит толпа пацанов, которых не остановится. Ни перед чем, если они кому-то начнут приставать. Страшно их. Зато вот там им страшно не было. Потому что их там было больше. Да? И они ходили, всех отлавливали. А как рейд сделать по Троещине, словить наркоманов, так пиздец. Нету никого. Зашибись. Вот знаете, я могу выступать перед вами долго. Потому что у нас абсурд на абсурде. Абсурд на абсурде. Там, где ямы, там нет никого. Как только начался хороший асфальт, стоит гаишник. Ну пиздец. Ну, только ты начинаешь ехать, он сразу же стоит, он знает, потому что ты там плелся 30 км в час, ты спешишь, и тут хороший асфальт, ты должен поехать, 100 пудов поедет. И он же будет стоять. Сразу иди сюда, дорогой. А ты потом психуешь на них. Что же вы... Дороги. Дороги — это жесть. Парни, хорошо, если вы все в Киевске, и вам не надо ездить по регионам туда-обратно. Я когда по весне вспоминаю дорогу Николаев в Днепропетровск, я за рулем чуть не заплакал. Вот реально, у меня хотелось, я уже вот бросить все и выйти из машины и плакать. Две полосы в каждую сторону, а-ля дорога. Она была без ям. Но она была как стиральная доска, сложенная вот так вот. Ямы я уже научился объезжать в командировках на машине. Но вот это объехать нельзя. Когда оно все вот такой складкой идет. Николаев, Днепропетровск, запомните, никогда туда не ездить. Я вам еще ряд могу назвать дорог. Не дай бог вам по Западной Украине поехать по проселочным дорогам, не основным. И по основным тоже херня. Или еще пару примеров. Я столько видел в этой стране. Я за прошлый год объездил больше 100 населенных пунктов в разных частях области. Точнее, нашей дивной страны. Я
Примеров могу рассказать очень много. О том, как люди живут. А, последний пример. Город Донецк. Кто из местных может донецкий? Нужно было попасть на Донбасс-арену. Ну, то есть, ну, плановый визит туда, неважно. Выехали из гостиницы, центр города. Подъезжаем к Донбасс-арене. Вокруг вроде бы Донецк. Там парки рядышком, озера. И мы чувствуем с коллегой запах канализации в машине. Сперва посмотрели друг на друга, думали, может, кто-то пукнул или что-то случилось. Переглянулись и поняли, что нет, действительно воняет. Вышли на парковке под Донбасс-ареной. Воняет. Центр города, вокруг парки. Их все устраивает. Я у местного жителя, скажем так, сегодня спросил у коллеги оттуда, а у вас что, так это регулярно? Он говорит, ну да, бывает. Потому что вечером заводы отключают фильтрующие элементы, как она сказала, и сбрасывают все это вот просто вот так вот. А утром оно еще все не успевает испариться. Поэтому пахнет. Их все устраивает. Они там довольны. В городе Мариуполь кто-то был. Промышленность. Город Мариуполь находится на берегу моря. Вот когда первый раз туда попал, я думаю, сейчас спущусь вниз из гостиницы, там будет набережная красота. Угадайте, что я увидел? Кто знает, что находится в Мариуполе? Не знаете? Азовсталь. Этот дивный комплекс металлургический. Так вот, спускаешься к набережной, и стоят товарняки. И ни одного кафе. Ну все замечательно. Но там хоть народ бунтуется, я вам дальше расскажу. Идешь по этой набережной, идешь. Товарняки. А потом такая, хыц, типа перрон. С перрона можно так выйти в море. Только перрон, не перрон этот. Как там, где швартуется, вот это в море выходит. Да ладно. Скажите уже. Перрон это вагон? Пирс. Набережная. Пирс. Совершенно правильно. Пирс уходит в глубину. Вот так ты на него с 200 метров и видишь горы. Горы, море, которые в море находятся. Какие-то искусственные насыпи. А второе, что меня поразило. Вот тут вот горы, заводик, дым. И дым так идет правильно в центр города. Думаю, зашибись. Заезжаю в центр города. Как вы думаете, первое ощущение, что у меня... А почему пахнет тухлыми яйцами? Парк, кинотеатр, мамы гуляют с детьми. А запах тухлых яиц. Зато Мариуполь ходит бастовать. Они регулярно хотя бы возмущаются этим. Потому что они понимают, что здесь жить ихним детям. Вот. Ну, как бы, такое, все замечательно, завод процветает, все всех устраивает, фильтры нам не нужны новые, экология нам не интересна. Это вопрос к бензину, который Евро-3 мы продлили. Всех устраивают старые «Жигули» с этим бензином, и дышать потом нечем. Или ваши вот эти «КамАЗы» боевые, которые ездят на этом старом дистопливе, и который просто, когда он дает газу, такой черный облако, пых, вылетает из него. Все же. Вам же ж не жить потом. Вы скоро закончите эту жизнь. Еще две революции, и все. И мы закончили. А про детей мы не беспокоимся. Пофиг. Вам еще географию назвать? Кроме Мариуполя, Донецка, Днепропетровска, Алчевск. В городе Алчевске кто-то был? Туда страшно заезжать. Это депрессивные регионы. Знаете, чем объясняется? Вот как для меня сразу депрессивность региона. Когда ты заезжаешь в регион, вот в центральной улице так, стоит такая клумба, круговое движение, и посередине клумбы спизженный люк, а ты думаешь, так, я заехал, мне вроде туда-сюда, и в центральном ряду отсутствует люк. Ну, нормальные люди. Или туда никто не ездит. А, они местные, они привыкли, и все устраивает. Ну, как бы страшно смотреть на такие вещи. Это ваша безопасность. Люк в центре дороги. Нормальная ситуация открытая. А вот, ну, это уже больше менталитет. На Западной Украине я такого не встретил.
даже на заброшенных окружных, Львова там, Ивано-Франковска. Я, может, уже кому-то надоел? Вы скажите, не молчите. Молчание, ну такое, можно сказать, знак согласия. Если бы сказали да, я бы ушел. А так я еще поговорю. Вас когда сменять будут? Молчите. Ладно, Бог с вами. О, уже одного сменили. На чем мы? А, стыженный люк. Так вот, это подход к жизни. Когда человек он понимает, что даже если он вот это сворует сейчас, то оно и ему потом может откликнуть. Он этого не будет делать. Потому что он знает, что если он это сворует, купит себе машину, а потом на этой машине попадет колесом в эту открытую яму, то это все. Толку с этой машины, то, что он купил. Кого он потом будет ругать? О том, что кто-то своровал люк, то он же знает, что вот он сам своровал. Там такого нет. Зато на Востоке это процветает. Это не Восток даже, это Днепропетровск, Днепродзержинск. Любимые города, туда заезжать не надо. Просто, ну, по-светлому надо. Потому что если ты не знаешь дороги, лучше туда не ехать. Кстати, вспомните, откуда у нас президент. Это я вам плавно намекаю, что ему все равно. Если он своровал, ему все равно будет. Как оно откликнется потом? Развалится эта страна, не развалится. Да похер на нее. Вам еще примеры нужны? Сколько мы уже здесь стоим? Час, наверное, я с вами общаюсь. Это так. Вам бы на радио цены бы не было. На радио. А, кстати, я вот там ходил по баррикадам. Вот вас учили разгонять митинги, да? Я думаю, учили. Все замечательно. Одежду. А кто-то учил вас парковать правильно машины? Так, чтобы заблокировать дороги. 29 числа я объехал кордон автобусов спокойно. Правда, на мотоцикле. Ну вы их так неправильно поставили, эти автобусы. Я же смог их объехать. И прямо вот так вот запарковался перед щитами. И сказал, что поставили? В следующий раз скутеристы объедут вас всех. И проникнут на эту... Было бы желание. Сейчас станем на лыжи и пойдем на лыжах в Межигорье. Вас выгонят на лед, и мы станем вот так дружно на льду. А потом провалимся. Потому что у вас было очень много. А я пришел один на лыжах. А вы подгоните технику, наверное, трактора. Кстати, вас на лыжи поставят на крайний случай, чтобы вы стояли на льду на дамбе. Вот реально, станет лед. Если народ пойдет просто по льду туда. Или на снегоходах. У вас снегоходы есть гоняться за нами? А у нас есть. Прошлая зима это показала. Когда выпал снег, мы и на снегоходах, и на квадроциклах. На чем только не ездили. Шутили там, сказать можно. И в этот раз пошутим. Поедем туда на снегоходе. Вся Петровка усеяна в снегоходах. Бери, покупай. Только дал бы денег. Можно взять в аренду на день, съездить в Межигорье и обратно. Интересно, у президента сердце остановится, когда к нему по льду заедут? Или нет? Или он тоже вас поставит кордоном вдоль всего Межигорья? Там очень большой кордон нужен, парни. Вы подумайте это. А провокацию я вам такую обещаю. Взять снегоход на день и покататься там. И пусть мне скажут, что я что-то нарушил. Что я нарушил? Там есть знаки. Они туда гаишников загонят. На чем? Поржали давайте. Или вам лыжи выдадут и скажут, стойте. Вот я ждал зимы. Реально ждал зимы. Вот чтобы посмотреть, как же вы будете дальше выкручиваться. И наш президент. Когда все замерзнет. Когда упадет снег. Когда придут морозы. Что вам еще интересного рассказать? А, по поводу того, что вы ставите машины, газоны эти и все остальное. Я проходил подготовку, когда пошел учиться в институт, отец сказал, тебя мало ли выгонят, иди учись на военного водителя в ДОСАВ.
Я прошел подготовку на 131-м ЗИЛе. Что это такое? Я знаю. Знаю 43-10-е КАМАЗы, которых там нету. Там стоят обычные гражданские. Ну так, полугражданские, выкрашенные в камуфляжный цвет. Уралы, КРАЗы. Вы их запарковали. Только почему баки наружу? Вот сейчас там, где это улица Грушевского, но сверху с Арсенальной. Вот представьте картинку, я подхожу, стоит газон. Реально газон. Вот так газон, сюда кабина, здесь будка, здесь отряд Беркута. Ой, не Беркута, ВВшников. Потом еще один бус. В газоне сидит боец. Значит так, вот кабина, вы представляете, да, сидит боец. Вот здесь заканчивается кабина, с моей стороны находится огнетушитель, бензобак и все. А за газоном вот там вот люди, и следующие люди, вот будка, и здесь начинаются бойцы. И тем, которые там, я кричу, парни, перепаркуйте газон, это провокация. Вот если захочу, оторву глушитель, да, фу, глушитель, огнетушитель никак не закреплен. Оторвать огнетушитель, кинуть спичку и убежать. Или как? Подходить можно было? А, тогда еще была мирная демонстрация. Как угодно можно было подходить к ним. Я 2 часа или 3 проторчал возле него. То же самое здесь с КАМАЗами, КРАЗами и всем остальным. Оно почему-то стоит баком наружу. Хоть мне и сказали, что они пустые. Но так парковать машины нельзя. Вот вас кому-то дали инструктаж перед тем, что поставьте машины так, чтобы это было безопасно. Почему вот там, вот на Грушевского, там где стояла ремтехника 131 ЗИЛы, в которых там внутри инструменты, вот этот, там сверлильный я видел, еще что-то видел. Это ремтехника, скажем так, или как, по ремонту оборудования в полевых условиях. А баки-то наружу были. Да, я понимаю, чтобы их все равно запалили, потому что огромные колеса, облили колеса, подпалили колеса. Ну почему бак наружу? Или у него бак и с той стороны? Значит, тогда неправильный проект машины. Это не армейская машина, когда бак видно. Вот просто нонсенс. В какой мы стране живем? Или что вам? Сказали, вот это военные автобусы? Я вам еще про автобусы одну историю расскажу. Потом попозже. Так что вы предупредите их про то, как они запарковались. Я им уже говорил. Кстати, на Грушевского сверху перепарковали, убрали тут газон. Там стоит сейчас 2 КРАЗа. И насколько я понял, издалека. Я не смотрел, как они стоят, но, скорее всего, тоже неправильно. С автобусами. Сейчас еще прикрою. Школьный автобус. Все знают, что такое школьный автобус. Детей возят там, в селах, еще кое-где. Маленький пример. Школьный автобус в США является самым крепким транспортным средством. Зачем так сделали? Потому что если какой-то долбоеб врежется в него, автобусу ни хрена не должно быть. Дети сидят пристегнуты на мягких больших сиденьях, и автобус очень крепкий. Вот как его, вот он должен сделан быть крепким, чтобы с ним ничего не случилось. Что дали нашим школьным автобусам? На чем ездят, возят детей по убитым селам, между селами, по убитым дорогам. В лучшем случае им дали богданы. В худшем случае разный хлам. У кого есть родственники в селе, кому приходится вот дети, кто-то из них вообще пристегивается, когда садится в салон этого автобуса? Или мы забыли случай, когда школьный автобус оказался на рельсах, его сбило электричкой? Да, там бы это не помогло, но если бы он был крепкий, может быть, это кому-то и спасло жизнь. А не Богдан, который просто ферма и стеклопластик. Ну никто же не задумывается, все замечательно. Автобусы у нас отличные, машины отличные, правила всегда с всеми соблюдаются. Таких случаев просто не может быть. Зачем нам эта надежная прочность? Зачем нам детям давать правильную, неправильную технику, как это сказать? Более продуманную. Зашибись. Не выкладывайте это. Отрывками можете. Курить, жалко резать. Что вам еще рассказать? А, кстати,
по поводу вашего оружия, там стреляют, гранаты. Вот я вот так вот оделся, видите, на мне курточка? Так вот, пару пуль в меня попало. Ну, мне почему-то оказалось не больно, не страшно. Потому что она защищает меня. Там пацаны, конечно, скрываются, у них хуже с экипировкой. Мне интересно, вот на вас одели броники, а руки у вас сбоку чем-то защищены. Ну вот на локотники вам дали, а плечо? У вас у кого-то вот здесь вот вставочка на плече, когда вам будут делать удар в плечо палкой сверху, потому что знают, что в шлем нельзя бить, тут воротник, а ударят в плечо. Народ катается. Автомайдан. Вот почему они, думаете, катаются? Почему автомобилистов это достало? Потому что их трижды кинули. На машины, бензин, дороги. Их это в первую очередь достало. Все. До новых встреч. Завтра выходим все на лыжи и дружно катаемся на наших склонах. Киви, кроме Протасова, есть еще меню. А, Родина-мать. У меня пацаны уже давным-давно придумали. Поднимаемся к Родине-мать на сноуборд и по целине вниз-вниз-вниз и пошли. Даже если выйдешь где-то на асфальт, все равно там никто ничего не чистит. Родина-мать вообще загиб. Никому не нужна. Там никто не гуляет зимой. Вам нужны лыжи и снегоходы. Потому что некоторые неадекватные пообещали добраться в Межигорье или на лыжах, или на снегоходах. И надо там ставить кордоны. Без кордонов на Днепре не обойтись. До новых встреч на Днепре. Спокойной ночи.